пока что по итогу? Я не успокоилась, я злюсь, во мне кипит жажда возмездия, вендетту хочу, потому что он так и не признал свою вину, так. Считая, что ничего не сделал. Недавно мы страшно разругались с мужем. Не знаю, кто прав, кто виноват. Рассудите вы. Напомню, у меня две маленькие ляльки, 5 лет и 2 годика, и они постоянно ноют, когда мы ходим гулять, старшая ноет, потому что младшая на коляске, а она пешком, ножки устали, все болит и так далее. Нытье начинается спустя 1 минуту после того, как мы вышли на улицу. В общем, это нытье мне надоело, и я пошла, нашла и купила шикарную коляску для двойни. Купила я ее на Сицилии, какое-то время мы ей попользовалась, было очень удобно, наконец-таки все были счастливы. И потом мы решили переезжать в Дубай, и я улетела в Дубай первой. За этот месяц в Дубае я все организовывала, нашла квартиру, сделала документы и так далее, и ждала, чтобы они прилетели. И сразу же сказала мужу: пожалуйста, возьми эту мою любимую коляску для 2 деток с собой в Дубай. Вот и тут начинается самое интересное. Муж в штыки воспринимает эту просьбу, бросает трубки, говорит: нет, я брать не буду, она неудобная и так далее и тому подобное. Прилетает с детками и без этой коляски. Я решаю: ну окей, мы летом поедем на Сицилию увидеть родителей, провести там месяц-два в Сицилии и как раз свою коляску любимую заберу в следующий приезд в Дубай. И вот этот день настал, когда мы планируем свою поездку на Сицилию. Я говорю: о, как хорошо, наконец-таки я заберу свою коляску. На что мне муж выдает? Какую коляску? Я ее выложил и продал на сайте объявлений в Фейсбуке. Сказать, что я офигела, это ничего не сказать. Просто такая степень злости была у меня. Я стала ему орать, что это была моя вещь, что это я ее нашла, я купила. Ты не имеешь права трогать мои вещи. Он же мне отвечает, что нет, это не твоя вещь, это детская вещь. Ребенок уже старше, из нее вырос. Там до 16 килограмма, она у нас 20, она нам уже не подходит, не нужна. Я просто выложил и продал ее, как остальные ненужные нам детские вещи. Я еле заставила себя успокоиться. Просто безумная злость. До сих пор даже сейчас записываю. Наверное, вы чувствуете флюиды эти, потому что это, сука, была моя вещь. Ну, в общем, вопрос, ребят, кто прав, он или я?